Друзья, привет! С вами семья Шиловых. Как там сила мощь-то? Сила мощь. Все, это наши проекты корректура. Корректура у нас вообще. Сегодня 4 градуса на улице тепла только. У нас и детская. 3 июня. Да, у нас 3 июня. У нас сегодня корректура и детская. Это солнце. И взрослая. Все мы идем на тренировку, оделись довольно-таки тепло. Вот, это мы вам просто показываем свой пример. Пойдем. Свой пример, что мы всей семьей идем на тренировку. Друзья, где вы там? Эй. Вот, поэтому любые выходные – это не повод лежать в кровати долго. Хотя мы сами, да, так делаем. Но сегодня не, сегодня у нас вот так. Мы сейчас позанимаемся и сразу поедем в спортивный клуб. Да, почему опять же такой мотивирующий подкаст, которых уже было 10 тысяч, да, что называется, что надо с утра, там ля-ля-фа-фа, я уже их не записываю давно. Я просто потому, что многие люди, кто хочет начать сам заниматься, бегать с утра, все время ищут какого-то, ну, то, типа лето, например. Там лето наступит, станет самое тепло, ребят. А если лето никогда не наступит самое тепло? Вот сейчас такая ситуация, что мы топим дом. Даже летом, что называется. И может быть вообще все летом будет такое. И вы еще так и не приметесь бегать. Да не. Смотрите, вот мы ждем. Если вы бегали весной или не бегали, это не важно. А думали, что летом будете бегать. Ну представьте, что все. Вот, вот такое лето, как в том анекдоте. Такое хреновое лето, сказала Машенька, и забросила корзинку далеко в снег. Одевайтесь просто правильно, и все будет нормально. Все, мы побежали. Всем пока.